есть. Бой, отряд, призрак. Днем и ночью там и здесь. Рыщут призраки везде. Переулки часто тень. Нет покоя мне нигде. Но они заставят их уйти. Отряд, призрак, вмиг примчится. Отряд, призрак, защитит вас. Пусть сквозь мрак свет пробьется. Сейчас мы находимся у Кассенти Тауэр, где пройдет пресс-конференция с мистером Кассенти. Знаменитый филантроп, построивший свою технологическую империю. О, нет! А куда я положила диктофон? Щедрый без него я, смотри, репортаж не запишу. И самому большому музею Нью-Йорка, кажется, немного закрыт. Что ж, придется обойтись этой древней штуковиной. Дамы и господа, поприветствуйте мистера Кассенти. Свобода! Теперь можно и в баскетбол! Эй! Ну что, Бейкер, чего зазевался? Решил просто дать тебе фору. Постойте, дети! У меня важное объявление! О том, что у нас каникулы начинаются, так? А, нет, это как-то было связано с H2O. О, точно ведь! В связи с утратой моих шорт, завтрашняя баскетбольная тренировка отменяется! Что? О, не волнуйтесь, Аста нашел мои плавки, так что завтра у нас будет урок плавания в бассейне. Плавание? Прям по воде? Нет, по небу, балда. Что такое, воды боишься? Кто, я? Да сейчас, я плаваю прямо как рыба. Я раньше все время с дельфинами плескался. И один из моих лучших друзей, к слову, тоже дельфин. И в Калифорнии меня зовут укротителем волн. Ты что выдумываешь, Энди? Однажды я даже обогнал акулу. Правда? А мне ты не говорил. Он просто шутит, ясно же? Неправда. Я в тот день чуть свой рекорд скорости не побил. О чем ты говоришь? Ты даже кролем не умеешь. Даже кролем не умеешь? Тогда где ты волны укрощал? В лягушатнике? Что? Мистер Кассенти, что скажете о новой системе безопасности в музее? И что насчет коллекции, которую вы приобрели? Можете рассказать подробнее? Оставим личные вопросы. Сегодня я выступлю с заявлением по поводу последней модели планшетов от Cass Cortec. Привет, Энди! Подожди меня, Энди! Постой, Энди! Довольно, Лив? Моей репутации конец! Ты бы и сам ее разрушил, когда барахтался бы завтра в бассейне, как мокрый пудель! Я собирался отпроситься! Ну хватит, ребята! Все уже забыли! Эй, Бейкер! Тебе одолжить надувной круг моей сестренки! Призрак! Добрый день, дети. Я тут дремала, и вдруг на духкарте появился новый, незадокументированный призрак. Кто знает, на что он может быть способен? Кажется, это должно быть понятно. О, я вижу. То есть слышу. Тогда мы назовем его Вокхаос. Нужно срочно поймать его, пока не усилился. Что за? Наконец-то у меня голос сломался! Мне прятаться для перевоплощения, потому что если ты это всем разболтаешь, то толку мне вообще напрягаться. Хватит, Энди! Ребята, не время спорить! Я не виновата, что ты выделывался, как какой-то серфер! Ребята! Да, но не нужно было из-за этого рушить мою репутацию! Ребята! Что?
лицом, Лив. Вперед, отряд Приз! Энергии. О, только не говорите, что Вокхаус смог принять суперформу. Так и есть. И теперь он отбирает у всех голос. Как так вышло? У нас тут была проблемка. Будьте осторожны, дети, а то еще язык заплетется. Так или иначе, постарайтесь найти основной источник силы, пока к вам летит глобум. Нам подмога не нужна. Сейчас профи всем покажет. Чуть не попали! Потому что нечего выделываться. Я ведь просто старался всех защитить. Ты что, мне не веришь? Верить тебе? Ты серьезно? Хватит! Я придумал, как нам его одолеть. Сложно верить такому выпендрежнику. Поправочка. Сложно верить сестре, которая разбалтывает всем твои секреты. Довольно! Режим полета активирован. Каков наш план атаки? Активирован режим побега. Слушай, ты куда вообще смотрел, Фьюри? Из-за тебя Крашу досталось. Ты отвлекла меня! Как и всю сегодняшнюю погоню отвлекала. Знаешь, иногда мне жаль, что я не одна в семье. Вот как? И мне тоже. В шарады решил поиграть? Да. Это что, кошка? Нет, собака. О, креветка! Лягушка! Нет, сэндвич! Ты хочешь кунг-фу-сэндвич? Кунг-фу-дог? Фу, мерзость! Отпусти! Стой, это же его план! Мы заморозим язык Вокхауса с помощью приемов Краша! И так он потеряет силу! Так держать, Краш! Да. Летим уже! Предупреждение. Мой призрачный щит сильно расходует Бу-энергию. Он на другой стороне! Есть! Берегись! Юрий! Братишка, ты как? Спасибо, что спас. Если бы мы не ссорились, то призрак уже был бы в Бу-капсуле. Надо это исправить. Нам вместе. Ха-ха-ха!
тебе, лизун слюнявый! Неважно. Я взял ситуацию под контроль. Я всегда был, но этим... Поэтому, в общем... Мы победили! Мой очаровательный голос. Как я по тебе скучал. А мне не хватало твоих шуточек. Прости. Зря я сказала, что ты не умеешь плавать кролем. А я... Зря хвастался тем, чего не умею. Ну, наконец-то ты это признал. Буря! Ну все, этот призрак больше не заставит Нью-Йорк замолчать. Ух, вот бы его приручить. Ничего, это подождет, а теперь я снова могу вернуться в сладкий мир снов. А вы чем займетесь? Ну, одному из нас точно не помешала бы тренировка в моем бассейне. Да, укротитель волн? Да! Джей, ты там все? Мне нужна твоя помощь с тортом. Уже иду. Он уже идет. Сюрприз! Что происходит? Давай, задувай свечки. Что? С днем рождения, Энди! Ух ты! Ух ты! Это же новая фигурка Фьюри! Крутяк! Попался, призрак! Что? Ничего. Давай, Лив, выкладывай! Ну, просто на коробке сказано, что для детей от 5 и старше. О? Да, и старше. Как жаль, что бабуся Лив слишком стара, чтобы веселиться. А? Ах так, я умею веселиться, но не веду себя как младенец. Время пиньяты. А кто хочет пойти первым? А? Это моя игрушка! Нет, это моя! Я сказала, моя!
Почему твои родители ведут себя как малыши? Я готов к битве с духами. Вопрос, а где призрак? Это же упадет! С днем рождения, Майк! Спасибо, мисс Джонс, но сегодня у Энди праздник, а не у меня. Опа, все перепутала. Ух, как неловко. Но не суть, объявился призрак Ластрик. Он 7-го уровня, и проблем с ним будет очень много. И тут вы правы. Он уже слился с одной из свечек с праздничного торта Энди. Я вижу на дух карте, что он движется в сторону Мидтауна. Вам лучше поспешить. Хорош! Моя! Нет, она моя! Стой! Так, вот задание для тебя. Присмотри за нашими родителями. Принято. Вперед, отряд призрак! Фьюри! Краш! Мист! Отряд призрак! Пора тушить свечи, здоровяк. Прости, но следующий день рождения ты проведешь в тюрьме. Похоже, что нам тоже придется побыть няньками. Нам надо увести всех тех, кто впал в детство. Я займусь этими детинами, а вы летите за Эйджей. Народ, сюда! Алло! Ну почему никто не слушается? Эй, детинышки! Догоните, если сможете! Довольно, Фьюри, хватит уже ребячиться, у нас тут злобный призрак. Пожалуйста, перестаньте. Сработало же! Не хочу отвлекать, но если срочно не поймаете призрака, то весь Нью-Йорк превратится в огромные ясли. За дело! Фрактальная сила! Фрактальная ловушка! Это пламя! Вот где источник его силы! Если подберемся к нему, это то... Это мой день рождения! Мне и задавать! Проще некуда. Фьюри! Пламя продолжает загораться, но должен же быть какой-то способ его затушить. Может, перестанешь уже играться и обдумаешь план? Ну прости, что попытался помочь. Я понял, как нам погасить пламя. Надо заморозить его фрактальной энергией. Краш! Краш, ты цел? Краш, ты должен использовать свою силу! Ты сдерживай призрака, а я займусь малюткой Крашем! Его пламя сменило цвет! Эй, Краш, глянь на меня! Я супер-крутой ниндзя-герой! Я! Теперь твой черед. Попробуй, приятель!
Ты смог заставить Краша использовать его силы? А, да! Круть! Берегись! Нет! Призрачный портал! Фьюри, все хорошо? Да, просто косточки немного ломит. И появилось навязчивое желание поразгадывать кроссворды. Ясно, но это странно. Разве ты не хочешь поиграть в ниндзя с Крашем? Отнюдь, юная леди. Я слишком стар для баловства. Особенно с такими сильными болями в спине. Что с тобой случилось? Он? Это новая способность. Глоубу, нам нужна подмога. Прошу простить, мист, но, к сожалению, тут мои руки связаны. Пожалуйста, перестаньте меня бить. Эй, Краш, смотри сюда. Ну и молодежь нынче. А теперь ты, используй свои силы. Алло, может, будешь на меня смотреть, когда я с тобой говорю? Так, все, теперь слушай меня, Краш. Куда ты мчишь, сумасшедшая? Так и шибить можно. А, точно. Ха-ха! Догони, если сможешь. Призрачный портал. И вот тебе подарочек! Осьмикошка! Экстренный протокол побега. Что? Держи, приятель. Да, это было непросто. Но мы все-таки снова всех спасли. А я рада, что все наконец ведут себя на свой возраст. Особенно вы двое. Кто знал, что я буду таким ворчливым дедулей? Ты уж прости, что осуждала тебя, Инди. Ты был прав. Возраст веселью не помеха. И раз уж заговорили, мист вылетает на задание. Призрачный портал! Флем Семён! Бам-бам-бам! Краш спешит на помощь!